Снова с нами Никита Разбицкий, который уже весит 71 килограмм, даже чуть больше. И сегодня мы качаем руки, мы продолжаем набирать массу. Это очень тяжело, мне приходится давать усиленное питание Никите, расписывать, сколько грамм картошки нужно ему съесть. И обязательно не забыть про десерт, потому что Никита такой, что не съест, все у него сгорает. Приходится специальные тренировки применять по специальной схеме, основанные на больших весах. Поэтому коктейли сегодня я даю больше, да? И это только разминка. Хорошо. И делаем так, смотри, ноги вместе практически. И сгибаем сразу две руки и начинаем разминку. 10 раз. Раз. Два. Выдох. Три. Четыре. Хорошо. Пять. Особенности наших тренировок с тобой – это низкое количество повторений и большой перерыв между подходами. Тебе не нужен пламбинг, тебе не надо делать 20 раз с перерывом 60 секунд между подходами, чтобы мышцы раздулись. Потому что после тренировки они сдуются, и ты останешься при том же весе, что и был. Нам нужно травматизировать твое мышечное волокно, чтобы потом ты обильно питался, и мышечное волокно становится больше. Поэтому тебе обязательно нужно заниматься именно по моей методике, которая построена на гипертрофии мышечных волокон с помощью больших весов. Поэтому сейчас мы возьмем большой вес, который ты можешь поднять только, ну, может быть, 5 раз, даже еще с помощью сделаем, а потом ты будешь 3 минуты отдыхать. Хорошо, до конца. Выпрямляем руки до конца в локтях. Давай. 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 Еще. Еще. Хорошо, хватит. Шоу будет пользоваться большей популярностью. Жир в топку, где мои воспитанники сжигают десятки килограмм жировых отложений, или от скелета до атлета, где такие парни, как Никита, будут набирать килограмм за килограммом сухую мышечную массу, вот так вот. Это уже решать вам, любимые зрители. Ведь вы будете ставить лайки и комментировать те серии шоу, которые вам больше нравятся. А чтобы не пропустить следующую серию, обязательно подписывайтесь на мой канал. И мы с вами снова увидимся в следующем выпуске. Пока! Пока.